В канун Дня знаний учителя, завучи и директора образовательных учреждений округа собрались на августовской конференции педагогической общественности. На встрече обсудили итоги прошедшего года, планы на будущее и, конечно, работу в новых сложившихся условиях. Линейка на День знаний только для первых и выпускных классов. Соблюдение социальной дистанции обязательно. Таким будет возвращение школьников в образовательные учреждения. На конференции педагоги обсуждали в первую очередь не образовательный процесс, а необходимые меры безопасности. Мы на сегодняшний день уже понимаем, как будут разведены потоки детские при входе в учреждение, при ведении образовательного процесса. Конечно, в школах это будет кабинетная система, чтобы не смешивать детей из разных классов, из разных параллелей. Постараемся также составить индивидуальные графики на питание в школе, что тоже очень важно. Новое время продиктовало новые условия работы. Если раньше дистанционное обучение воспринималось как нечто несерьезное, после пандемии стало понятно – это отличный инструмент образования. Учителя продолжают осваивать цифровые электронные ресурсы. На сегодня мы в иных немножко условиях находимся. И сегодня мы вынуждены перекраивать свою работу, перестраивать ее полностью и вводить новые формы, чтобы не упустить момент для выдачи полного объема знаний для детей. Августовская конференция – время подводить итоги. Так, несмотря на пандемию, в минувшем учебном году педагоги и ученики показали отличные результаты. Увеличилось число медалистов и стобальников, а Люберецкая гимназия «Интерес» вошла в список 100 лучших школ страны. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.